старший инспектор капитан Куликов, 8-го отделения ГАИ. Очень приятно. Да, да, очень. Ну, вам виднее, конечно, очень или не очень. Документики, пожалуйста. А, вот, пожалуйста. Я что-нибудь нарушил? Ну, вам лучше знать, Борис, как вас этот... Абрамович. Да я сам вижу, что Абрамович. Думаете, раз милиционер так читать не умеет, ё-моё. Да ничего я не думаю. Просто я, знаете, тороплюсь. В смысле, спешу. Да, спешу. Ну, понятно, как говорится, какой русский не любит, да? Простите? Знаете пословицу, поспешишь, людей насмешишь. Вот вы меня и насмешили на 5 минимальных зарплат. А вы извините, я что-то плохо понимаю ваш юмор. Вы, Борис Абрамович, скорость превысили. Да нет, это-то я как раз понимаю. Я не понимаю про минимальные зарплаты. Вы мне русским языком скажите, сколько, я поехал. Ну, это вряд ли. Сначала мы с вами составим протокол, потом я вам квитанцию выпишу. Не надо квитанции, тут, слава богу, не ломбард. Ну, как же можно без квитанции-то, ё-моё. И еще я вам должен внести запись в талон предупреждений. Какой талон? Каких предупреждений? Вы отстали от жизни, капитан. Отменили талоны. Тю-тю ваши талоны. Вы, как Борис Абрамович, слышали звон, да и не знать, талоны, как вы правильно заметили, действительно тю-тю, но только с 23 августа. А сейчас у нас какое число? Нет, это бред какой-то. Вот тут у вас есть 2. Значит, 5-7 баллов. Да я еще 3 влеплю. Это сколько всего будет посчитать? Не знаю, не знаю, не знаю. Я плохо считаю. Всего будет 10. Еще 5 баллов, и вы останетесь без прав. При одних обязанностях, ё-моё. Так что, Борис Абрамович, аккуратнее. На 23-го еще доездить надо. Старший инспектор капитан Куликов, 8-го отделения ГАИ. 60. У меня на спидометре было 60. Верю. Документики, пожалуйста. Пожалуйста. Можно вас попросить не барабанить? У меня тут за день, знаете, сколько таких барабанщиков? Никаких нервов не хватит. Да ради бога. Да? Да, товарищ полковник. Да нет, товарищ полковник, я же понимаю, что это за трасса. Да. Не, ну иногда, конечно, приходится разъяснять нарушителям их ошибки. Да нет, нет, вежливо, культурно, как бы учили. Нет, пока вроде конфликтов не было. Чего-чего? По дереву постучать? Слушаюсь. А вот скажите мне, Борис Абрамович, вы по утрам умываетесь? В каком смысле? В прямом, водой. Обязательно. Я, знаете, даже холодный душ принимаю. Очень полезно для нервной системы. Очень полезно. И вам советую. И сегодня умывались. А что, не видно? А чё же вы машину-то не помыли, ё-моё? Такой автомобиль в таком состоянии. Виноват, товарищ инспектор. Вода... вода кончилась. У нас на даче, знаете, перебои. То идет, то не идет. А то вдруг... А я на работу спешу. А вы где, кстати, работаете? Я советник по безопасности. Да, по безопасности. И кому советуете? Да есть, знаете, одна контора. Частная? Ну, как вам сказать? Практически частная. Да, практически частная. Хотя считается как бы, ну, как бы государственной. А платит как в частной? К сожалению, нет. Платит, увы, как в государственной. Угу. Но это тогда откуда? А это я... Это я лекции читаю. А, ну, тогда я вам, Борис Абрамович, лекции читать не буду, а просто выпишу штраф на 2 минимальные зарплаты и 2 балла за использование транспортного средства в загрязненном виде. Но послушайте, давайте как-нибудь договоримся. Мне не жалко денег, но если вы отберете права, будет целая морока. Ездить куда-то, экзамены какие-то сдавать. Да вы не переживайте, никто у вас права не отбирает. У вас всего, значит, 10 до 2. Всего 12 баллов, а права отбирают при 15. Ну, как ты тут вообще?
Да нормально, товарищ полковник. Происшествий нету. Веду, так сказать, разъяснительную работу ё-моё. Слыхал, слыхал. Люди вон к психиатру ходят после твоих разъяснений. Да я, товарищ полковник, все по инструкции. Как вы учили, в общем. Выучил на свою голову. Кто ж знал, что ты такой способный окажешься. Ты вот что. У нас в управлении путевки есть в этот, как его. Ну, в общем, по Средиземному морю. Решили тебя примировать. Спасибо за доверие. Только не поплыву я, товарищ полковник. Это еще почему? Ну, как сказать, укачивает меня в море. Блюю. Сухопутный, как говорится, человек. Не поплывешь, значит? Никак нет, товарищ полковник. Ну, смотри, Куликов, смотри. Бывает, что и на суше укачивает. Ну вот, Борис Абрамович, совсем другое дело. Красота, может сказать. Значит, я могу ехать? Опять же спешите, ё-моё. Ужасно. Ужасно спешу. А я не спешу. Слушайте, как же я раньше-то не заметил, а? А что там? Что там не так? Фотографии-то не ваши. То есть как это не моя? Вы посмотрите хорошенько. Да я и смотрю. Глаза вроде ваши. Там нос. Нос точно ваш. И волосы ваши. А лицо другое. Конечно, другое. Я когда фотографировался, вас еще не знал. Я, Борис Абрамович, права у вас изымаю. Но вы не можете. У меня же всего 12 баллов. Вы же сами считали. Было 12, а теперь стало 15. Вы, Борис Абрамович, пристегнуться забыли. Бред. Целых 3 балла за какой-то несчастный ремень. Это не просто ремень. Это ремень чего? Безопасность, ё-моё. Вы же как раз по этому делу советник. Должны понимать всю важность. Я спокоен, совершенно. Я спокоен. Вот я вам сейчас выпишу справку на месяц. Будете по ней ездить и все дела. Экзамен, конечно, сдать придется, но ничего страшного. Заодно правила подучите. Я тебя по-хорошему предупреждал. Ты не понял. Теперь пеняй на себя. Есть, товарищ полковник. Вернешь товарищу права и извинися. Есть, товарищ полковник. Он через час примерно поедет. Есть. А потом пулей в управление. Есть, товарищ полковник. Мы тебя с этого участка снимаем. Спасибо. Не оправдал ты, Куликов, не оправдал доверия. Извините. Мальчик хочет тамбов, я знаю, чики-чики-чики-чики там. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Простите, капитан Куликов? Да. 8-е отделение ГАИ, да? Слушаю. Документики, пожалуйста. Пожалуйста. Вера. Простите, что вы сказали? Вера, помалу. В смысле, подымай потихоньку. Вы, Борис Абрамович, знак не заметили. Тут останавливаться нельзя. Я знаю, чики-чики-чики-чики там. Ес-ес. Не нравишься мне, ё-моё. Не нравишься, ё-моё.